тисках мои мысли зажаты для того, чтобы не лезть на рожон среди ужаса нынешней жатвы, среди вечных литовских княжон. Проступают сквозь вымыслы тени, утопают в туманах миры. Я остался, как водится, с теми, кто проспал до предельной поры, чтоб теперь, поднимаясь из праха, вспоминая себя словно сон, без упрека, претензий и страха, те, кто временем был занесен, вдруг очнулись бессмертием света, вспышкой новой, сверхновой звезды, и воздали живущим, и это стало знаком пришедшей весны.